Очередное заседание провела комиссия по муниципальной собственности, ЖКХ и экологии Совета депутатов городского поселения Щелково. Главным вопросом повестки дня стало выяснение обстоятельств начисления дополнительных платежей за коммунальные услуги жителям Щелково. Повышенная плата коснулась 11 тысяч лицевых счетов. Начальник Щелковского управления МОСОБЛ ЕИРЦ Наталья Вахранеева объяснила, что в январе 2016 года произошел сбой компьютерной программы, которая начисляет плату за теплоснабжение, и поэтому якобы жители не оплатили эту услугу. Депутаты решили выяснить правомерность взыскания денег задним числом почти 3 года спустя и обратиться с этим вопросом в прокуратуру. На заседании также выступила Елена Галаганова, заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Щелковского района. Она рассказала, что в этом году при запуске отопления возник ряд сложностей. Тем не менее, все они решаются в плановом режиме. Ситуацию на постоянном контроле держат в районной администрации.